Всем привет! Сейчас, пока мы будем делать утренние процедуры с Эрикой, я вам расскажу о чешском роддоме, так как писали, что хотели бы услышать. Я долго думала, рассказывать все полностью или как-то кратко. Все-таки решила, что расскажу кратко. Если кому-то что-то будет интересно, чего нету на видео, так спрашивайте, я, конечно же, отвечу. Приехали мы с мужем в роддом, когда уже у меня были схватки. Нас сразу же приняли. Взяли обменную карту и попросили меня в таком, как большой комнате, очень удобно и комфортно переодеться. Дали мне свою такую ночную рубашку и попросили все снять и переодеться в нее. Я переоделась, вышла, меня сразу положили на ЭКГ. Ребенку, я так поняла. Ну, на живот цепляются такие датчики, и сердцебиение прослушивается. И в этот момент у меня отошли воды. Врачи сказали, ну, прибежали сразу, и сказали, что если бы у меня воды отошли в машине, то мы не успели бы доехать. Меня попросили сразу же идти уже на кресло, потому что некогда было снимать какие-то вообще, брать анализы, снимать ЭКГ и так далее, потому что раскрытие уже было полное, и нужно было аккуратненько дойти до кресла. Видео из роддома, как я уже говорила, у меня нет. У меня есть фотографии, я их вставлю в видео и объясню, что, где находится и как в роддоме устроено все. Скажу, что, ну, самое интересное было то, что сразу после рождения роды прошли быстро, так как это третьи роды были. Были стремительные, быстрые, без каких-либо осложнений. Ребенка сразу забрали. Муж пошел тоже с врачом, точнее с акушером, фотографировать, вообще присутствовать. Ребенка забрали тоже в такое помещение отдельное, где сразу его искупали, взвесили, померили, переодели и отдали папе. Папа с ним там находился минут 10-15. Потом пришел ко мне обратно. Я еще лежала, ну, в этой же палате, в родильном как бы отделении. Вот. Меня тоже посмотрели, все спросили, как что, все было хорошо. Поэтому сказали, что меня могут отправлять в палату, но ребенка мне не дадут. Часа через два, через три принесут, чтобы я отдохнула. Хотя я настаивала на том, чтобы мне ребенка дали сразу, потому что чувствовала я себя отлично. Кстати, сразу же, да, приложили к груди, это было. Вот. Да, после того, как папа с ним посидел 15 минут, нам дали ребенка, и мы сами вот втроем в палате, не знаю, провели тоже минут 15. А потом пришла акушерка и сказала, что мы заберем, вы отдохнете, а мы вам принесем часа через два, через три. Вы пока поспите, отдохнете. Вот. Хотя я же говорю, что я настаивала на том, чтобы взять ребенка сразу. Но мне сказали, отдыхайте. Вот, и так нас перевели в палату. Палата наша была на двоих человек. Кстати, со мной попала украинка девочка в палату. Она была два дня после родов и уже на следующий день выписывалась. Но все равно мне было хотя бы с кем поговорить, обсудить. Да, спрашивали меня, если мне нужны какие-то обезболивающие, как я себя чувствую. Обезболивающие я попросила, потому что матка сокращалась как-то совсем по-другому, чем в предыдущие два раза было больно. Я взяла таблетку, вот, и все, в принципе. Пришел врач, тоже со мной поговорил, спросил, что как, если есть какие-то вопросы, проблемы. И
ушел, так как, в принципе, ну, кроме болезненного сокращения матки, ничего не было. А вот малыша мне принесли через 2-3 часа. Уже принесли, спросили, если я уже могу за ним смотреть. Вот, я сказала, что да, все в порядке, можете оставлять. Но они сказали, что если вдруг хотите отдохнуть или еще поспать, то есть мы заберем. Вот. Но я уже не отдавала, я покормила уже, мы покормили, да, первый раз мы уже покушали немного, вот, и, в принципе, малыш ел и спал, у нас так первые полгода были, поэтому был такой спокойный третий наш сыночек. Это я за 10 минут до родов, у меня ничего не болело, все было классно, поэтому выглядела я очень даже весело. Это, собственно, родзал на 2 места. Это место для акушеров, для врачей, если что-то написать. Малыша забрали и купают уже. Искупают, будет чистенький, вытрут, все полностью обработают. То есть мамочке ничего не нужно делать в первые минуты, даже в первые часы. Вот измеряют рост. Потом взвесят обязательно на весах. Такие еще старенькие, кстати, весы, я удивилась. Вот. И, кстати, интересно, в Чехии на ноге пишут фамилию ребенка, чтобы не перепутать. Это наша палата, как видно, на 2 человек. Очень комфортная, все в ней было. Это место для малыша. Все, что там лежит и стоит, это предоставлено больницей, роддомом. То есть и в зависимости от того, как мамочка расходует это все пополняли памперсы и всякие детские принадлежности. Вот 2 кроватки. На кроватке, сейчас вы дальше увидите, стоит монитор дыхания. То есть, когда вы ложите малыша спать, вы его включаете, вот он. И если малыш, не дай бог, перестает дышать, он начинает сигнализировать. И очень, кстати, врачи рекомендовали использовать, то есть ругались даже, если не включали мамочки их. Вот видно стол, шкаф, все есть. Вот знаменитая эта ваечка, маленькое автокресло для новорожденных, вот, с которым нужно было забирать. Это уже мы дома, это наше первое знакомство с нашей собакой. Она обнюхивала, постоянно лезла и хотела быть малышом все время. Ну, а это уже старшие братики наконец-то дождались малыша домой. Они приезжали сразу после родов, там можно было всегда посещать, но дома уже дорвались. Верно, самый интересующий вопрос всех, сколько стоят роды в Чехии? А так как на момент родов у меня уже была ВЗП страховка, это ихняя медицинская страховка, которую принимают абсолютно во всех больницах, роды мне обошлись бесплатно. То есть в роддоме мне оставили ни копейки, во что очень сложно поверить. И до сих пор мои знакомые все в Украине не верят. Это действительно так. Вообще ничего мне не платили. При этом дали все ребенку для первых дней, плюс одежду. Хотя у нас была своя. Я говорю, что на сами роды давали мне такую, как ночную рубашку, тоже свою. Давали полностью вкладки. Ну, вот все полностью, все, что нужно для роддома было. То, что я в Украине покупала и складывала по списку, здесь все это было. Памперсы ребенку. Все для купания. Все для ухода за новорожденным. Плюс девочкам, если у кого не было своего молока, и нужно было сразу вводить прикорм, кормить с бутылочки, тоже все выдавали. Так как у нас были партнерские роды, муж присутствовал на родах, нужно было оплатить 500 крон. Это как бы стоимость присутствия папы. Но у нас не взяли ничего, то есть даже эти 500 крон мы не платили, не написали нам фактуру на них, то есть ничего.
Ничего абсолютно мы не заплатили. При выписке очень интересно, когда выписывают, вы должны приехать с автокреслом от нуля годиков, такое маленькое автокресло, воичка у них называется, тогда вас выпишут. Без этого автокресла нельзя забирать ребенка. То есть мы ребенка переодели, положили в автокресло, и вот тогда нас отпустили.